Сегодня вам надо будет заскочить в пару мест, собрать деньги за крышу. Два ресторана и мотель за городом. Билл из мотеля в последний раз припоздал. У него были некоторые проблемы. Так что сегодня он заплатит немного больше. Возможно, ты слышал, что некоторые преступники зарабатывают с помощью угроз. Это определенно не наш случай. Люди, которые нам платят, получают услуги. Услуги, которые они не смогут получить от полиции. В прошлом месяце, например, Сэм и вот Полли решили серьезную проблему с насилием в одном ресторанчике. Теперь владелец уверен, что ничего подобного никогда больше там не случится. Ты будешь за рулем. Полли и Сэм будут собирать дань. Непыльная работа. Зайдите к Ральфи, он даст машину и можете ехать. Окей, босс. Ну а мы с тобой выпьем. Что скажешь, Фрэнк? Как-нибудь треснем пивка, а? Привет, Винченцо. Мне нужно оружие. Привет, Том. Думаю, вот это подойдет. Наверное. Я все равно не собирался его использовать. Спасибо. Привет, Ральф. У нас с парнями есть работа, нужны колеса. А, да, Томми. У меня есть еще одна крошка. Около 40 лошадиных сил, делает почти 60 миль в час. Ничего особенного, но ездить можно. Открыть ее легко. Возьми эту штучку и воткни вот сюда. Слегка поверни, когда щелкнет, открывай. Это просто как два пальца. Спасибо, Ральф.
Thank you.
внимание! Подожди нас здесь, Том. Мы скоро будем. Ладно. Пошли. Thank you.
Том, меня подстрелили. Больно. Боже мой, больно. Передай Сальери, что теперь это наше место. Копишь? Еще раз здесь появишься, будешь выглядеть еще хуже, чем твои друзья. Вытащи Сэма. Они хотят выбить из него информацию. Вытащи его оттуда. Тебя надо отвезти к врачу. Это подождет. Достань Сэма. Непыльная работа, мать ее. Давай, Сэм, все кончено. Здорово они тебя обработали. Пойдем. О, господи! Ничего, ничего, ты будешь в порядке. Доктор тебя соберет, будешь как новенький. Ты же у нас крутой. Вот дерьмо. Ну вот, сейчас я отведу тебя обратно в машину. Все будет в порядке. Не дергайся, говню! Я нашпигую тебя свинцом!
вставай! Только попробуй! Ты не пройдешь мимо меня! Спокойно, братан, только не дергайся. Все в порядке. Уходи, нет проблем. Только попробуй! Нет, у него наши бабки. Лови его. Thank you.
Если это не пыльная работа, интересно, что будет дальше.